так? Думаю, ты не просто так стоишь посреди дороги. Я думаю, ты знал, что я появлюсь. Ты ведь знаешь, кто я такой? Да, мне все равно, кто ты такой. Я представитель WolfGP. У нас армия из 125 тысяч человек. Нас даже больше, чем армия Орды и Альянса вместе взятых. А ты знаешь, что я сделал с армией Альянса и Орды? Ну так я покажу тебе. Отойди. А, опять он вымахивается своим здоровенным оборотнем. Да всем пофигу, что ты здоровый оборотень. Не, ну а что он мне угрожает? Серьезный человек хочет поговорить с тобой о серьезных вещах. Да, все просто. Вы делаете снимок на 3 из указанных темы. И если снимок хороший, то вы получите награду. Ну, раз дают награду, можно и попробовать. Так, ну вроде как снимок хорошо получается. Ну, главное, что он подходит по тематике. Какие там темы были? Весенний фестиваль, ярмарка новолуния, ну и рыбалка. Ну, это вроде и рыбалка, почему бы и нет. Поехали! Так, снимок у тебя под сиденьем, не раздави. Сейчас поедем в клуб, и у меня там друг его распечатает. Да... Что ты там делаешь? Где эта кассета? А, понятно. Здорово, чё-то у вас сегодня народу мало. Здоровья, Виталий, чё припёрся? Мне нужно распечатать снимок. Чё? Не понимаю, о чём ты даже говоришь. Нет такого оборудования во всём мире. Вообще-то у тебя за спиной телевизоры, которых нету во всём Азероте. Ну ладно, только нахрена вам это? Не знаю, какой-то чувак, похожий на Тони Старка, сказал сделать и получите награду. Ну мы и сделали, чё нам стоило. Ладно, но не бесплатно. А на халяву давай-ка выпей. А вот на халяву я всегда выпью с удовольствием. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? А мне, блин, машину охранять. When I came to Spain and I saw people partying. О, блин. Ну да. В общем, мы сделали то, о чем вы нас просили. Да, я вижу, вы хорошо постарались. Оставляем это здесь и делайте с ним что хотите, мне все равно. По тематике вроде как я угадал. Так значит что, вы уезжаете? Да, мы уезжаем. Мы вроде как путешественники. Маска, я уже машину прогрел, одного тебя жду. Отлично, тогда я за рулем и музыку тоже выбираю я. А, как же ты меня достал.
давай речи, где-то там бегаешь. Да иду, я иду уже. Многие люди пытаются оставить свой след в истории, и фотографии — это один из способов. Я не знаю, лучше ли этот снимок или нет, но я знаю одно. Эти двое — самые интересные личности, которые я когда-либо встречал. Что ты думаешь о GP? 125 тысяч человек — это более чем много, это впечатляет. Думаю, их ждет большое будущее. А что ждет нас? Не знаю, увидим. She's pulling me through, it's a small crime.